Второй шаг. Об этом надо просить, то, что мы сделали. Об этом надо просить в молитве. Этого нужно хотеть, об этом нужно просить. Это второй шаг. И третий шаг к духовному возрождению. Нужно погрузить себя. Погрузить, принести себя вот на своих ногах. Нужно принести себя в атмосферу, где происходит духовное возрождение. Там, где звучит молитва, там, где звучит слово, нужно принести себя в это место. Вот это три шага. Больше мы ничего не можем сделать, как люди. Все остальное – это дело Святого Духа, это Божье дело. Но с нашей стороны мы тоже должны что-то сделать. Вы помните, когда Иисус подошел к прокаженному, Он спросил, хочешь ли быть здоров? Если ты хочешь, то я могу тебе помочь. И он сказал, хочу, Господи. Если бы он сказал, не хочу, иди дальше, проходи дальше, что тебе до меня? Иисус, если Иисус хочет, а мы не хотим, ничего не получится. Иисус однажды хотел принести возрождение в ту родину, где он родился, на те улицы, где он знал. Там живет тетя Маша, там дядя Коля, а там дядя Ваня, они болеют. И он пришел туда, на эту улицу, он знал их поименно, но ушел опечаленным, потому что ничего не мог сделать для этих людей, потому что они не хотели, не веровали, не веровали. Поэтому, друзья мои, если вы этого не хотите, если вы об этом не просите, если это не является мечтой вашего сердца, всесильный Бог не может это сделать. Когда-то атеисты говорили нам, такой вброс делали. А может ли вас всесильный Бог поднять камень, сделать такой камень, который не может поднять? Я отвечал, что да, есть единственный камень, который Бог не может поднять, это твое сердце. Тому атеисту, который это говорил, говорит, это твое сердце. Не может поднять он камень этот. Замечательная тема. Живое святилище. Это каждый день мы будем размышлять над элементами святилища. Это очень интересная тема. Это практическая тема, она должна отразиться, она должна отзеркалиться в нашей жизни. Вы знаете, что все события, которые происходят на планете нашей, в историческом контексте, это не что иное, как отзеркаливание тех событий, которые происходят на небе во святилище. Если мы не понимаем, что происходит там, то мы не можем дать правильную историческую оценку происходящих событий здесь. На земле. Святилище, истина, святилище – это фундаментальная истина Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Вы ни в одной церкви этих истин не услышите. Не потому, что мы лучше, а потому, что эту истину открыл нам Господь. Потому что именно эта истина делает нас уникальным народом среди протестантского движения. Она уникальна. Потерять эту истину, это означает потерять нашу идентификацию как движение, вызванного Богом. Каждый, кто называет себя адвентистом седьмого дня, должен прекрасно понимать эту фундаментальную истину о святилище. Но этого мало понимать, мало знать схемы, нарисовать все, где стоит. Это означает, необходимо войти в эти двери святилища. Господь сам обращается к нам и говорит, входите во врата Его со славословием. Он приглашает нас войти. Вчера вечером мы говорили, что это за врата? Какие это врата, куда народу Божьему необходимо войти? Это единственные врата, или это дверь в другом синоним этого слова.
Это врата его святилища. Вот куда Бог приглашает. Двери эти открыты, видите, это зов приглашения. Войдите во врата. И когда мы входим в эти врата, то нужно войти в эти ворота не с ропотом, не с недовольством, не с критикой, не со злобой, а нужно войти, чтобы сердце было наполнено чем? Благодарностью, славословием, хвалой. Хочу несколько мыслей сказать о том, о чем мы говорили вчера. Святилище – это центр встречи народа Божьего со своим Богом. Вчера я говорил о том, почему таким скромным было святилище в сравнении со всеми огромными храмами Египта, Вавилона. Что должен чувствовать еврей, когда вавилонянин или ассириец хвастался своим храмом и своим божеством? Чем должен был гордиться истинный поклонник Божий? А в этом огромная философия. Это философия божественная именно в храме, в этой скинии скромной. Чтобы еврей не гордился, подобно египтянину, который гордился куполами, гордился величиной, гордился площадями храма и всем остальным. Еврей должен был гордиться только одним. Палатка, нечего там было гордиться. А вот где гордость была. Вот это облако, это присутствие Бога. Шехина Божья. Присутствие Бога среди народа. Потому что в этом облаке все. Это моя пища. Это моя одежда, это мое здоровье, это моя безопасность, это мое счастье, это счастье моих детей. В этом облаке, если Бог с нами, это значит, что в этом облаке все. И я ни о чем больше не хочу хвалиться, как хвалиться именем Господа. Он со мной. Вот почему оно было сделано именно таким образом. Вчера мы говорили о центральной мысли всего Ветхого Завета. Или, как богословы говорят, вершина хиазмы. Где сосредоточена главная мысль всего Ветхого Завета? В каком тексте? И я всегда об этом говорил. Вы должны подчеркнуть и знать это наизусть. Это Исхода 25:8. И устроят они мне святилище, и буду пребывать среди них. Вот основной текст Ветхого Завета. Все сосредоточено вокруг святилища. Потому что святилище – это не только религиозно-духовный центр. Это место, где человек обретал спасение. Это место, где человек получал ответы на все волнующие вопросы. Вы помните, как Асав, который говорил, я не разочаровался в этой жизни, чуть ноги мои не поскользнулись, потому что я позавидовал безумным, и я не мог ответить на вопрос, если есть Бог, то почему те, кто безбожники, устраивают в этой жизни лучше, кажется, чем я? И это вопрос и сегодня беспокоит многих людей. И где он получил ответ на все эти вопросы? «Доколе не вошел я во святилище». Я хочу вам сказать, что святилище является вселенской энциклопедией, которая отвечает на все духовные вопросы человека. Поэтому, если у вас есть вопросы неразрешенные, непонятные, мы приглашаем на неделю Возрождения войти в эти ворота святилища и там получить ответы. Потому что Иисус открыл эти двери. Посмотрите, я вчера читал этот текст. Очень сожалею, что не было большинства членов церкви. Но еще раз я хочу прочитать этот очень важный текст Священного Писания. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит.
И я открыл пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Никто. Это двери вот этого святилища, о котором мы говорим. Он говорит, я открыл. Пожалуйста, пройдите. Но если я закрою эти двери, будете стучать, но уже никто не откроет. Никто не откроет эти двери. Поэтому входите во врата Его со славословием. Я бы сказал, что в какой-то степени мы можем сказать, что церковь является этим святилищем, потому что здесь присутствие Духа Святого и Господа. И когда мы переступаем порог церкви, мы входим в присутствие Бога. Три вещи, которые каждый поклонник должен помнить. Три вещи, которые должны происходить на богослужении. Богослужения должны быть радостными. Радостными. Это первое условие для поклонения Бога. Атмосфера радости должна наполнять сердца всех поклонников Божьих. Оставляйте все свои стоны, оставляйте все свои вздохи. Все оставляйте за дверями святилища. Приходите сюда с благодарственным словом. Благодарите Бога и благодарите тех людей, которые имеют отношение к вам, которые сделали вам что-то доброе. Найдите слова благодарности, кто служит вам. Члены вашей семьи. Входите во врата с благодарственным словом. Мы вчера очень много говорили о словах, потому что именно слова показывают, обращено ли наше сердце. Вошли ли мы в это святилище и пережили ли опыт духовного возрождения? Не начнем ли прямо сейчас новую страницу, говорит Вестница Господня? Забудем свои жалобы, ропот, выискивание недостатков и приучимся говорить вежливые, любящие, сочувственные слова и выражать нежность и доброту друг к другу, как его дети. Слова формируют нашу атмосферу. Атмосферу в семье. Что делает? Что сделает, чтобы атмосфера в семье была вот такой замечательной, куда бы хотелось приходить вновь и вновь? Не стиральная машина-автомат. Не апартаменты. Не ковры. Не техника. Именно атмосферу в семье создают вот эти слова. Уважение друг к другу, доброта, любящие и сочувственные слова благодарности, которые мы говорим нашему партнеру. Вы знаете, даже вот я много слышал семинаров, вот светских топ-менеджеров, да, это верующие люди, и они говорят, что нет другого успеха даже в бизнесе, если вы не научились говорить благодарственные слова вашим партнерам и тех, кто работает в вашей фирме. Я был потрясен, когда госсекретарь Соединенных Штатов Николь, который въехал в Белый дом, и он говорил семинар на одном из лидерском саммите. И говорит, зашла ко мне в кабинет, я только знакомился с кабинетом, я только представлял, что здесь будут приезжать делегации со всего мира. И вот зашла уборщица, негритянка, она убирала мой кабинет. И я сказал ей, останьтесь на одну минутку после того, как уберете. И она осталась, я сел рядом около нее, вышел за стола, сел. Спросил, сколько лет она работает уже здесь. Она сказала, я спросил о семье, о детях. А потом сказал ей, я хочу сказать вам, что я очень ценю ваш труд. Вы даже не представляете, что вы делаете для меня и для нашей страны. В этом кабинете будут представители со всех стран. Но судить об Америке и о Белом доме они будут по этому кабинету, который они видели. Знаете, что вы делаете? Вы моете лицо всей Америки. Вы моете мое лицо. И я хочу вам сказать спасибо. И помните, что я очень ценю ваш труд. И в ней потекли слезы. Может быть, никто никогда не говорил эти слова. Я взял ее за руку, пожал ей руку и сказал, пусть Бог вас благословит на этом служении. Госсекретарь, который руководил в свое время НАТО, он был генералом НАТО, потом был госсекретарем. Он верующий человек, протестант.
В церкви он диакон. В пресвитерианской церкви он диакон. В то же самое время госсекретарь Соединенных Штатов. Это человек с высокой культурой, который имеет эти слова. Почему? Эти слова откуда происходят? Скажите, слова благодарности и хвалы. Это от Духа Святого в сердце. Если у вас нет в запасе этих слов, молитесь об этом. Мечтайте об этом. Поститесь об этом. Это значит, что у вас сосуд не наполнен Духом Святым. Потому что облако Духа Святого, когда наполняет сердце, оно создает эти слова. Сейчас я хочу попросить вас снова, чтобы вы подумали и, не вставая, не создавая никакой тишины, склонили ваши головы и нашли причину, за что бы вы хотели сказать спасибо Богу за последний месяц, за неделю. А потом подумайте, помолитесь, скажите: «О, Святой Дух, напомни мне, кому я должен сказать слова благодарности, когда вы выйдете отсюда, придете, кому я должен сказать?» Пусть Дух Святой вам напомнит список этих людей, которые оказали вам, были добры к вам, которые оказали вам какую-то услугу. Может быть, вы давно не говорили вашим родителям слова благодарности, может быть, вы не говорили вашему мужу, может быть, вы не говорили вашей супруге, вашим детям. Подумайте об этом. Пусть Святой Дух вам напомнит, кому бы вы хотели сказать слова благодарности. Давайте мы так помолимся в тишине. Господи, мы говорим Тебе спасибо. Действуй, Господи, Святым Духом на наше сердце в эти минуты наших размышлений. Аминь. Также мне хотелось еще раз, чтобы мы прославили нашего Господа. Воздайте хвалу Богу за то, кем Он является для вас. Кем Он является? Прославьте Господа за дар спасения, которое вы обрели в Иисусе Христе. Дар спасения. Если человек принял этот дар веры, этот дар принадлежит ему до тех пор, пока он не откажется от него. Это величайший восторг. Поблагодарите Бога за жертву, которую принес Иисус. Это причина для того, чтобы мы прославили Господа. Прославьте Бога за жизнь Иисуса, показавшую нам, как жертвовать собой и подчинить свою волю Богу. Он показал нам эту самоотверженную любовь. И Он нас вдохновляет. Он вдохновитель наш.
Поэтому сейчас я приглашаю, чтобы мы могли посмотреть слова на экране, и приглашаю, чтобы мы спели такой прославляющий гимн. И попробуйте вникнуть в эти слова. Вот попробуйте не просто петь, попробуйте осмысленно посмотреть и понять вот то, о чем мы поем в этих словах. «Господь есть мой свет». Это то, кем Он является для нас. Поднимемся. Мы помолимся, но я хочу высветить на экран, о чем мы будем молиться. Кто-то помолится за одну просьбу, кто-то за другую. Молитесь, чтобы, подобно освящению жертвенника, всесожжения и елеем помазания, ваша жизнь была помазана Святым Духом, а ваши жертвы, приношения Господу, были благоугодны Ему. Просите Бога удалить все, что мешает вам отрешиться своего времени, денег, сил, способностей, страхов, надежд и воли. Сообщите Ему, что желаете полностью принадлежать Христу. Существует ли в вашей душе препятствие, не позволяющее вам полностью отдать себе Богу? Расскажите об этом. Попросите Бога пробудить в вас желание отдать Ему все. Помолитесь о членах ваших семей и друзьях, которые не знают Бога. Попросите, чтобы Бог пробудил в них желание полюбить Его.
Молитесь о пастыре вашей общины и церковных руководителях различных уровней. Молитесь об их служении. Молитесь о том, чтобы мы больше времени уделяли вечным ценностям через изучение Библии, молитву, чтобы совершалась не ваша, а Божья воля. Попросите Святого Духа охранять вас от мирских влияний, веяний, представляющих угрозу для нашего ежедневного духовного опыта. И еще молитесь о том, чтобы молодежь в нашей церкви не страшилась распять собственное «я». Молитесь обо всех, кто не является христианами. Помолитесь, чтобы Бог дал мудрости дружить с людьми и рассказывать им о Божьей любви. Молитесь, чтобы в центре этой вести была Христова праведность. Просите Бога о том, чтобы в церкви были благочестивые, способные, смиренные руководители, отражающие в своей работе Христа и направляющие миссию церкви к провозглашению трехангельской вести. Молитесь о ваших личных нуждах. Найдите себе партнера рядом стоящего, и пусть Святой Дух побудит вас из этого перечня наших нужд помолиться Господу. Найдите партнера и помолитесь друг за друга, и помолитесь об этих нуждах.
Благословенный наш Господь, мы объединяемся в этой молитве, ходатайственной молитве о членах наших семей. Мы просим также, Господи, о руководителях нашей церкви, чтобы помазание всегда сопровождало их в этом благородном служении, чтобы, Господи, каждый из нас пережил этот опыт духовного возрождения, чтобы члены наших семей, наши дети тоже пережили, Господи, этот опыт духовного обновления. Мы молимся, Господи, о том, чтобы там, где забыт жертвенник воскурения в тех семьях, чтобы он снова восстановился. Там, где дьявол разрушил, Господи, его, помоги его восстановить. А сейчас, Господи, сделай наше сердце внимательным к той вести, которую Ты хочешь еще нам сказать. Во имя Иисуса. Аминь. Да, присаживайтесь. Сегодня наша вторая тема нашего дня – это жертвенник всесожжения. Этот жертвенник всесожжения. То посмотрите короткое видео. Я прошу оператора, включите короткое видео, чтобы вы немножко в 3D увидели, где он был расположен в храмовом служении. Он находился во дворе. Вот мне понравилось, я приготовил эти некоторые такие интересные презентации, чтобы мы четко представляли себе жертвенник всесожжения. И я вначале хочу рассказать, вот так, видите, он постоянно горел. Вот двор скинии, и вот жертвенник всесожжения. Там сжигались полностью жертвы. Утренние и вечерние жертвоприношения происходили вот на этом жертвеннике. Что он означает для нас? Это очень важно нам знать. Прежде всего, хотел бы сказать буквально несколько минут философское или же теологическое понимание вообще сути самой жертвы. Чем она отличалась от других жертвоприношений, которые происходили в других народах? Мы видим в истории, что и инки, и древние племена, и все народы, они тоже в своем религиозном опыте имели жертвоприношение. Все народы приносили жертвы. Но чем отличалось жертвоприношение в израильском народе в Скинии от всех других народов? Кто от кого скопировал? Видите, дьявол всегда делает почти копию. Он всегда делает подделку, почти, но совершенно иное наполнение. Так вот, хочу сказать, что философское понимание жертвоприношения в языческих народах заключалось в том, что народ, принося жертвы своим божествам, хотел умилостивить божество к себе, к народу. То есть, другими словами, любая жертва – это была как бы взятка, как задабривание Бога, чтобы он более был благосклонен к народу. Вот в чем теологическое обоснование всех жертв во всех народах. Но в израильском народе это совершенно другое понимание жертвы. В чем она заключалась? Она заключалась, что каждый еврей должен был видеть в жертве не свой дар Богу, а дар Божий ради Него. Это совершенно по-другому. Это не я даю взятку Богу. Это не я Его задабриваю. Это не мой подарок для Него. Оказывается, это Он задабривает мое сердце. Это Он дает мне свой подарок. И вот мы читаем очень ясно эту истину в Левитам, в 16 главе. Потрясающая мысль. Она просто в свое время, когда я осознал эту мысль, я был просто потрясен. Потому что душа – тело в крови. 17 глава Левитам, 11 текст. «И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши». Ибо кровь сия душу очищает.
Это для вас эта жертва, не для меня. Это чтобы ваше сердце смягчить и очистить. Это для того, чтобы, смотря на эту жертву, вы могли понять, кто такой Бог. Он добр, Он любящий. Это Он в жертве, через жертву свою, как богословы говорят, Он вывернул свои карманы пред всей вселенной. Бог вывернул карманы. И показал, что ничего у него нет. Все, что он имел самое дорогое, он отдал в Иисусе Христе. Чтобы смягчить наше сердце. Чтобы обратить наше сердце к нему. Чтобы мы поняли, что Бог добр. Что он есть любовь. Что ради нашего спасения это он готов принести жертву. И принес. И принес. И вот эта жертва его... Его любовь, она должна смягчить наше сердце. Она должна вызвать отклик в нашем сердце. Он задобрить нас хочет. Не мы его, он нас. Вот в чем философия жертвы. Каждое утро и каждый вечер годовалый агнец сжигался на жертвеннике. Что символизировало ежедневное освящение народа и его постоянное упование на искупительную кровь Христа. Через эту жертву происходило освящение. Все мои ошибки, которые я мог допустить, эта жертва покрывала. Другими словами, когда... Вот чувство вины – это тяжелое угнетающее чувство, правда или нет? Нет более тяжелого бремени, как чувство вины. Чувство вины отравляет наше счастье. Чувство вины отравляет нашу радость. Но вот еврей, который веровал в это служение ежедневное, когда он приходил домой, и когда он ложился спать, то благодаря этому служению Господь освобождал его от чувства вины. Спи спокойно. Грехи твои прощены. Ошибки твои, которые сделаны, я прощаю тебе. Кстати, это хорошо или нет? Это потрясающе. Какой план спасения у Бога? Второй аспект заключался в том, что я постоянно, ежедневно, ежеминутно, я связан с Ним. Мое спасение, оно связано только с Его жертвой. Без Его жертвы я пропащий грешник. Вот что это означало. А сейчас смотрите, какой отклик ожидает Господь на это понимание. Апостол Павел пишет, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. А сейчас, как отклик на Его дар, и вы тоже что-то принесите. И принесите в дар Богу живую жертву вашего тела, вашего разума, ваши таланты». Как-то слышал, один брат сказал, проблема живой жертвы. Если бы она была мертвая, ты ее зарезал. Она никуда не двигается. Все, что хочешь, то делай с ней. А если это брыкающий агнец, козел, то всегда есть вероятность, что он сползет с жертвенника. И это правда. Мы сползаем с этого жертвенника. Вы чувствуете, что время от времени, если мы не имеем недели возрождения, если мы потеряли молитву, то мы сползаем с жертвенника. Мы падаем около жертвенника. И сейчас что нужно? Нужно, чтобы кто-то снова... Помните, как сын Исаак Авраама сказал, отец мой, я могу не проконтролировать себя. Свяжи мои руки, чтобы я тут не брыкался. Так вот, нужно сказать Господу, Господи, свяжи мои руки, поставь меня снова на этот жертвенник. И время от времени нас снова нужно ставить наше «я» на жертвенник. И снова можем мы снова слететь с этого жертвенника. И снова надо, чтобы кто-то вытянул на этот жертвенник. Любящие Бога всем сердцем желают наилучшим образом послужить Ему, неизменно стремясь привести все свои силы в соответствии с Его
волей. Хочу сказать вам, что высший миг счастья для человека, высший миг, это миг. Потому что мы снова теряем, и снова нужно возвращаться к этому мигу. Где этот миг счастья для человека? Там, где происходит слияние моей воли. Моя воля – это мои желания, это мои чувства, мои устремления. И там, где происходит слияние моей воли с волей Бога, это называется гармония, духовная гармония. Вот это и есть высшее счастье для человека. Иногда происходит борьба. Моя воля может сопротивляться воле Божьей. Мы называем это духовной борьбой. Когда мы знаем волю Бога, но наше «я», наше тело, наши чувства, оно сопротивляется этому. Но если мы скажем «Да будет воля Твоя», если мы осознаем, что воля Божья в нашей жизни, она благая, она для нашего блага, она не ущерб для нас. Поймите, она не ущерб. Дьявол представляет, что если ты исполняешь волю Божью, то ты идешь по жизни как калека, как человек, который лишен радости, жизни и счастья. Так дьявол представляет. Неверно это. Миф это, братья и сестры. Высшие блага и высшее счастье человека – это быть исполнителем воли Божьей. Для достижения этого высокого положения необходимо пожертвовать всем, что является препятствием для души. Сила, которую грех имеет над нами, зависит от нашей собственной воли. Часто нам кажется, что подчинение воле Божией равносильно тому, как если бы пройти свой жизненный путь искалеченными или изуродованными. То, о чем я говорил, как дьявол представляет нам, это неверно. Это лучшее, что может сделать человек, исполнять волю Божью. А воля Божья есть освящение наше, это жить святой праведной жизнью. Но Христос говорит, что для нас лучше изуродовать свое собственное «я», искалечить его, изранить, если таким путем можно войти в жизнь вечную. Но то, что часто кажется величайшим несчастьем, на самом деле открывает доступ к величайшему блаженству. Вот на пути к Богу, к исполнению воли Божьей лежит что? Собственно, я. Это наше честолюбие. Вот его нужно изуродовать. Иногда Бог проводит через особые испытания, искалечить его, изранить. А самое лучшее его вообще горло перегрызть ему. Вот это борьба. Наше собственное «я», который противится воле Божьей. Это тот бунт внутри, та пружина, которая всегда сопротивляется воле Божьей. И вот когда эта пружина уходит, и наступает гармония, наступает мир с Богом. Бог примет только полное подчинение. Равнодушные, преданные греху христиане никогда не попадут на небо. Там бы они не обрели счастья, поскольку они ничего не знают о высоких святых принципах, управляющих членами царской семьи. Подобно тому, как этот огонь горел постоянно, каждый день, и эта жертва сжигалась полностью, это символ полного подчинения воле Господа. То, о чем сказал апостол Павел. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Павел, переживая эту борьбу, в свое время говорил: «Я хочу одно делать, не получается. Я знаю, что вот это плохо, но во мне, в членах моих, живет другой закон». В конечном итоге он сказал эти победоносные слова: «Уже не я живу». То есть до тех пор, пока мы сами остаемся наедине со своей плотью, до тех пор вот этот конфликт закона греха и смерти. Но тогда, когда мы позволяем Духу Божьему жить в нашем сердце, начинать день с Господом, молиться в течение дня, наполнять свое сердце благодарностью Богу, тогда уже мы можем сказать: «Живет Христос», потому что дело, Его Дух является двигателем нашего Духа. Это как замечательно
достигать вот этой вершины духовного возрождения. Не я живу, но живет во мне Христос. Сегодня мы будем молиться о том, чтобы жертвенник был восстановлен в наших семьях. Чтобы завтра мы будем молиться о том, чтобы Господь укрепил отношения между супругами. Сегодня семья переживает особый кризис и в мире, и в церкви. Просто крушение происходит в семье. Послезавтра мы будем молиться за наших детей, а потом вторник мы будем молиться за наших жен и мам, а потом будем молиться за наших мужей, чтобы они взяли на себя ту ответственность, которую они должны взять. Будем молиться за детей наших. И потом в пятницу мы будем молиться за наших родителей, перед которыми мы имеем долг, чтобы мы могли выполнить наш священный долг, исполняя пятую заповедь, чтобы мы могли помочь и их преклонную жизнь окрасить всевозможными красками доброты, участия, чтобы они чувствовали комфортно, что у них есть дети, что у них есть замечательные дети, которые беспокоятся о них и переживают о них. Поэтому сейчас я еще раз хочу обратиться к мужьям и женам. Вы подойдите друг к другу, если есть пары, и помолитесь друг с другом и скажите: давайте мы восстановим наш жертвенник в нашей семье. Если он есть, то скажите: Господи, спасибо Тебе за то, что мы собираемся с семьей вокруг этого жертвенника. И это самое лучшее время в нашей жизни. Да. Те, кто одиноки, те, кто не имеют этого семейного жертвенника, да, молитесь о том, чтобы Господь через вас донес истину вашим детям и внукам, чтобы они восстановили этот жертвенник в своих семьях. Я приглашаю также к молитве. Да, если есть пары, то подойдите друг к другу, возьмите за руки, помолитесь. Если нет, вы найдите партнера и помолитесь друг за друга. Господи, мы вновь обращаемся к Тебе в этой объединенной молитве. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы народ святилища Твоего, за то, что мы знаем, куда приходить. И мы благодарны за этот жест гостеприимства, который Ты оказал нам. Ты приглашаешь нас, Господи, войти в эти ворота святилищ, чтобы мы могли понять, как происходит наше спасение. Сейчас мы объединились, Господи, друг с другом, и мы молимся о наших семьях, чтобы это святилище восстановилось в наших семьях, чтобы это облако Твоего присутствия наполняло наши семьи, чтобы жертвенник был восстановлен,
чтобы вокруг жертвенника собирались члены семьи каждый день, и чтобы там они обретали радость, там они обретали любовь, поддержку друг друга, чтобы там звучали слова благодарения всем членам семьи. Господи, помоги восстановить разрушенное. Дьявол пытается все привести в хаос и все пытается разрушить. Но, Господи, мы нуждаемся в Твоей помощи. Благослови наши семьи, благослови наших братьев-отцов, обостри Духом Святым их ответственность взять на себя это служение священника в доме. Благослови нас в этом важном служении для наших семей. Все это мы просим во имя Господа Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь. Будем стоять и продолжим наше служение, наше поклонение Господу в пении псалма, благодарственного псалма.